Кента ПК. Что это было? Показалось. А ну быстро вставай, тебе пора видео снимать. Кто это? Я слышал, тут кто-то был. Это я. Иди видео снимай. Подписчики уже скучают. Так подожди, а разве они уже набрали 3000 лайков? Я тебе ща увалю. Там 3200 лайков уже. Ну, я понял, хорошо, буду снимать. Куда уж деться. Пообещал, буду выполнять. Всем привет, ребята, с вами ваш Кента ПК, и сегодня у нас будет большое открытие кейсов, потому что именно сегодня, ребята, мы откроем 20 секретных кейсов. Но если нам обратно не повезет, то вы, ребят, знаете, что надо делать. Вы набираете 3500 лайков, и я снимаю мега большое открытие кейсов, и там, ребята, уже будет 30 секретных кейсов. Но это при условии того, что мы за 4 дня наберем под этим видеороликом, ребята, 3500 лайков. Так что, прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь. Я надеюсь, у вас уже у всех есть новогоднее настроение, потому что, ребята, я верю в чудеса. И верю в то, что именно сегодня мне очень сильно повезет. Ну что же, давайте я не буду тянуть резину и, ребята, буду открывать прямо сейчас кейсы. Ну что ж, понеслась жара. Скины, где у нас тут, а? Секретный кейс. Надеюсь, мне, ребята, повезет. Пожалуйста, потому что я, ребят, сегодня буду открывать очень много кейсов. Я очень сильно надеюсь на то, что мне все-таки повезет. Но начало у меня довольно-таки плохое. Ой, какое плохое. Ой, плохое начало. Я в дерьме, одним словом. Ну что ж, давайте дальше. Еще, ребята, у меня ровно 20 попыток. То есть всего мы открываем сегодня 21 секретный кейс. Не, ну вы издеваетесь? Не, я соглашусь, ребят. Соглашусь. Скин прикольный. Но зачем он мне? Давайте дальше. Так, так, так. О, тычковые ножи! Мои маленькие, мои родные. Идите к папочке. Да не, ну вы издеваетесь? Да что это за прикол такой? Это же не смешно. А, 12, я уже ненавижу это оружие, потому что оно мне выпадает второй раз подряд. Давайте, ребята, дальше, дальше, дальше крутим. Да ну чё ж так не прёт-то? Кстати, ребята, я очень сильно удивлен, то, что вы набрали так много лайков. Большое всем спасибо. Да ну! Да ну! Жесть! Ну, чуваки, ну чё мне выпадает только полное дерьмо? Нет, это уже не смешно. Я не знаю, я уже сколько раз задонатил, уже делаю большое открытие кейсов, и мне обратно, ребята, выпадает какое-то дерьмо. Я в шоке. Даже диглы не упадают, АК не упадает, выпадают тут прям с полной лажи. Я в шоке. Я мог бы, чтобы получить те же самые предметы, открывать кейсы за 1000 серебра. Так, 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 что ж ща мне выпадет, а ну-ка, смотрим. Я понял. Только я сказал то, что мне вообще выпадает полный лаж, даже не выпадает АК. И сразу же, ребята, мне выпал скин на АК. Так, у меня осталось 15 попыток. Ребят, еще не все утеряно. Еще есть небольшие шансы, то, что мне все-таки сегодня повезет. Я не знаю, как вы, но я, ребят, верю в удачу, верю в чудеса. Но, кажись, эти чудеса обходят меня стороной, потому что мне выпал скин на АУХ. Эх. Чё-то я, ребят, вообще сильно расстроен. Прям сильно-пресильно. Так, так, так. Да ну блин, ну ладно бы хотя бы этот скин выпал на Глок или это 5-7. Но нет, обратно выпадает АК. И самое главное, вроде бы тот же самый скин. Я не знаю, ребят, у меня прям черная полоса. Черная жирная полоса. Я уж стараюсь, делаю видео. И тут на тебе. Блин, вы меня все обзываете донатером, лохом и так далее. Так, ребят, я бы жизнь не донатил, если мне выпал бы с первого моего секретного кейса, выпал бы сразу же керамбит. Но нет, мне, ребят, он не выпадает, и я хочу исправить ситуацию. Я сейчас хочу
два я сейчас хочу вообще, в идеале хочу себе два керамбита, два гуднайфа и одни тычковые ножи, а именно золотые. О, вот это, ребята, было бы круто. Вот это прям идеальный набор, чтобы мне выпало этих 5 предметов. Так. Ох ты мой любимый, АВП Injection. О, как же я, ребят, скучал, фух. У меня, знаете, вот на душе был такой груз, думаю, блин, где же АВП Injection, где же АВП Injection? И вот на тебе, он выпал, спасибо большое, я ждал АВП Injection. Ребят, осталось у нас 11 попыток, ну хотя бы нож выпадет какой-то сегодня. Хотя бы любой нож, ну пожалуйста. Не, ну что это за издевательство? Не, ну это уже не смешно, ребята. Что вы ни говорили, но это уже не смешно. Это уже не шутки. Я уже открыл 11 секретных кейсов, и вообще ничего ценного не выпало. Вообще ничего. Так. Уже есть. Есть этот скин. Спасибо большое, рандом. Но данный скин у меня уже есть. Так, ну чё, ребята? Еще 10 попыточек, да? Так, так. Опа, керамбитик! Так, 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 так. Блин. Блин, P90. И тоже у меня уже этот скин есть. Я в шоке. Ну, короче, я уже, ребят, не кент. Я, короче, специалист по выбиванию плохих скинов. Не, ну вы видели. Ну, что это за прикол такой? Ну, что это мне за подарочек от Деда Мороза на Новый год? Я уже сколько сдонатил? Блин, 120 гривен. Я себе могу купить, не знаю, суш там или еще что-то, но нет. Я сижу и открываю кейсы. И мне, ребята, все равно не везет. Так, а ну-ка. Секретный кейс, иди к папочке. Так, 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 так. Магнум. Всегда мечтал именно об этом скине. Скин моей мечты, ребят, вы чего? Я в шоке. Блин, ну я неудачник. Давайте, ребят. А ну-ка, может хотя бы сейчас мне повезет. Так, смотрим, смотрим, смотрим. И, конечно же, ребята, мне выпадает мой любимый АВП Injection. Кто бы сомневался, как же я его люблю, да, ребят? Представьте, если бы АВП Injection можно было менять на деньги. О, ребят, я был бы миллионером, если бы одно АВП Injection было равно примерно там, не знаю, 500 рублей, ребят, да вы чё, я бы уже себе дом построил. Но, увы, ах. Так. Так, 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 так. А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка. Кстати, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что можно подарить Анетке на Новый год. Потому что у меня, ребят, идеи закончились. Я знаю, что Анетка смотрит мои видео, но она обычно перематывает. Поэтому вот именно этот момент она по-любому не посмотрит. Так что, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях, что можно подарить моей девушке. Потому что уже скоро Новый год, уже буквально, что там, послезавтра, я еще, ребят, не знаю. Так, аух, Injection. Вообще, я, ребят, так обожаю этот Injection скин. Слушай, я не знаю, мне кажется, что мне тут кто-то подкручивает. Пипец. Чё ж так не прёт-то? Нойзи, да ну, этот скин тоже у меня есть. У меня уже все скины есть, давайте мне уже нормальные скины, давайте уже без прикола, без шуток. Я хочу просто нормальный керамбит, и все. Один керамбитик, ладно, я уже не прошу много, один керамбитик, и все. Ну хотя бы этот молоток бы мне выпал, но нет, даже молоток не упадает. Я, ребят, ну вообще полный неудачник. Ну вот что это за прикол такой? Вот скоро Новый год, ну я хочу праздничное настроение, хочу всегда быть, не знаю, веселым. Но вот после таких, ребят, моментов... О, нож! Нож! Аллилуйя, выпал нож! Я не верю своим глазам, ребят, наконец-то! Спустя миллион открытия кейсов мне выпал нож. Да, это лучше, чем Гуднайф. Чем керамбит, чем вообще все скины, ребят, выпал нож. Как же мне повезло. Ну, правда, он у меня есть, поэтому я, ребят, как обычно, остаюсь лохом. Давайте дальше. Пипец. Так, 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 ну, давайте. Там где-то керамбитик был. Да какой шок, да кому надо этот скин? Не-не, себе оставьте, мне дальше. Эх. Ну чё, осталось... Ровно, ребят, последняя попытка, пипец. Знаете, вот я себя чувствую обманутым. Вот так обидно, блин, я сейчас сколько задонатил, а в итоге, ну, вот так не прет.
Ну, давайте, ребят, последняя попытка. Правда, вряд ли мне уже что-то хорошее выпадет, ну а мало ли. Кто бы сомневался, ребят, выпадает мой любимый Глок. Ну что же, ребята, большое вам всем спасибо за ваши хорошие комментарии, за ваши лайки. Ну вы помните, да? 3500 лайков равно мега открытие кейсов, там где будет 30 секретных кейсов. Так что, ребят, не ленитесь, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, с вами был ваш Кент АПК, всех вас, ребята, я поздравляю с наступающим, потому что я не знаю, встретимся ли мы или еще с вами в этом году или нет, ну, так что на всякий случай, я вас поздравляю с наступающим, желаю всего самого лучшего, всего самого хорошего, желаю, чтобы у каждого из вас был керамбит, был гуднайф, ну что же, всем удачи и всем пока. Подпишитесь на мой канал и поставьте лайк и нажмите на колокольчик. И расскажите вашим друзьям. Все, ребята, всех с наступающим Новым годом. Пока-пока.